Сегодня 101-я годовщина Великой Октябрьской революции, и когда-то этот день был по-настоящему великим праздником. Сегодня на Родовском бульваре со всех уголков Дагестана съехались коммунисты, чтобы вспомнить забытое старое. Атмосферу советской эпохи на себе почувствовала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Как молоды мы были, как искренне любили. Люди старшего поколения, те, для кого 7 ноября по-прежнему праздник, на самом деле честны. Они до сих пор верны идеалам революции и коммунизма. Для них эта дата по-прежнему одна из самых важных. Раньше эти площади были полны народа. Сегодня где этот народ, которому Октябрьская революция дала свободу, независимость? Все, что великий Сталин нам преподнес на тарелке с голубой тарелкой. Завязал Георгиевск лестил. О том, что революция была нужна, и именно после нее общество начало строиться по принципам справедливости и социального равенства, уверены и нынешние коммунисты. Тогда, говорят они, политика была чистая, партия честная, а экономика экономной. Весь ход развития, исторического развития нашей страны и мирового сообщества доказала необходимость Октябрьской революции. Потому что кучка людей управляла страной, как в настоящее время. И народ вынужден был свергнуть то правительство. И за годы советской власти наша страна стала державой, мировой державой, которая занимала первые и вторые места. Возврата к старому у нас как бы нет, но это как раз кажется тот случай, когда все новое – это не совсем забытое старое. И отрадно, что это знает некоторая часть молодежи. Революция что изменила? Она дала людям работу, образование. Мы в образовании очень сильно поднялись, потому что, если сравнивать то, что было в Российской империи, образования, по сути, вообще не было. Производство, за счет чего мы и выиграли войну Вторую мировую, потому что мы, можно сказать, против всей Европы воевали, и ресурсы, которые были предоставлены на эту войну, это экономика и позволила этого достичь. 7 ноября – дата, которую нужно знать, чтить и помнить, хотя бы из-за того, что именно в этот день на Красной площади в ноябре 41 года прошел парад, посвященный очередной годовщине Октябрьской революции. Тогда многие проходили его в последний раз в своей жизни и уходили прямо на фронт, чтобы отстоять наше с вами будущее, в котором этому празднику из года в год все мало места. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.